Лучшим спортсменом года в номинации «Преодоление» национальной спортивной премии стал лыжник из Коми Иван Голубков. Церемония награждения прошла во дворце гимнастики Ирины Вины-Русмановой. Наш лыжник в этом году стал шестикратным чемпионом мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он выиграл общий зачет чемпионата мира и завоевал рекордное число наград на соревнованиях «Мы вместе спорт». В октябре 27-летний спортсмен стал заслуженным мастером спорта России. Награду нашему Ивану Голубкову вручила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям. Так держать.